У нас раздача еды, да, вот эту, знаете. Маша там он внизу. Это вот мы приготовили всем ОПГшничкам. Сейчас старсеньких. Илюнтий, спускайся. Сидит он на полочке. Заходите, пожалуйста. Обстановка по кайфу. На улице дождик. Но Саточка, свистюлечка моя. Сегодня мы им сделали курочку легкая. Вот, курочка легкая с рисом и греченькой. О, ты натоптал у енотов. Стерильность нарушил. Кошмар. Зорик, ты что, опять псих? Зорик что-то у нас злой какой-то. О, курочка в ход пошла, глянь как. О, вареная тоже очень вкусная. Цыгане, здравствуйте. Чего такое? Ай, ай. Насад. Насад, пырочка моя. Наша пырочка говорит, я все съем, я все люблю, мне все нравится. Умница, кушай, малыш мой, да. Носик. Надо тоже... Ай, Жорик. А Жорик пришел карманы шмонать маме. Маме карманы шмонать. Ой, чигане, чигане мои. Тихо. Да, Жорик, ну, телефон выбьешь. Стиченька пришел. Ой, говорит, что тут курочку раздавали? Да, Жора, ну не дергай руку, малыш мой. Мой молись. И тут еще один мой молись. А, да, Егор таскал по дому мамину куртку, на. Вот легкая, я вам несла легкая, сусонная. Сусонная манго есть, и есть сусонная легкая. О, вон еще Степашка идет. Опачки. Раз-раз и готово. Ой, еще один цыганенок пришел. Все цыгане тут в сборе. Жорик, Жорик Ван Дам на маминой ноге умел стоять. Так, что ругаемся? Степа, Стич. Вот, вкусняшек мы им наделали. Блин, не могу я к этому телефону привыкнуть. Вот я стою почти у дверей, снимаю. На старом телефоне я, ну, я буду на него днем снимать, а у этого ночью лучше это, съемка. Ай. Миша за дверями говорит, зай, я говорю, ай, я не тебе, я зай. Я ему точно так говорю, я не тебе, я зай. Так, Зор, ну куда ты? Ты куда, куда ты? Солнышко мое. К маме в карман залезть решил. я тебя укушу. Это что такое? А ну-ка, шел вон. Давай, отвали от моего. Ай, Жорик! Ах ты, жопа навозная. Кусну. Легкая сушеная рубаю. Завтра я вам как угощение дам сушеного легкого. Сегодня кашка. Нос такой ковыряет кусок. Говорит, что это такое? Не, я это есть не буду. Вот завтра, кстати, завтра я сниму перед уборкой, как будет выглядеть вот это вот место, где они кушают. Рис и гречку, это съедается просто одна какая-то десятая часть, наверное. Остальное все они разбрасывают. Морды офигевшие. Трескают. Сосредоточились так. Я им легкое кусочками нарезала. Я уже нарезала легкое для сушки. В холодильнике лежит, короче. Надо это будет. Как только придет, сразу закину в сушку. Ой, царечек, здравствуй. Царь Илюнтий пришел, гляньте. Да, царь Илья. Кусать, кусать, сказал. Кусать, кусать, куснясочки, кусать. Скорее надо. Можно присесть с вами рядом? А что ты, бандит? Ага. Тебе карманы не даешь, ты кусаться начинаешь. Иди отсюда. Я с тобой не дружу. Жор. Опа. Да, Жорик. Не ругайтесь. Мы же вам всем наварили побольше. Жорик, отстань. Ешь, Степанчик, ешь, не бойся. Все, пойдем мы остальных кормить, короче.